Проблема утилизации отходов в Абхазии и возможные пути ее решения. В рамках проекта Ацкера было проведено исследование текущей ситуации с ТБО. Оно было подготовлено и презентовано сотрудникам Института экологии и экспертам проекта Инной Барчан. Были проанализированы принципы обращения, управления с отходами в Абхазии в целом. Проведено анкетирование населения, было опрошено порядка 400 респондентов на предмет вообще понимания, осознания этой проблемы. Мы попытались определить морфологический состав твердых бытовых отходов. Это было необходимо сделать для того, чтобы понимать, как двигаться дальше, как какие принципы, какую систему обращения, управления с отходами принять за самую правильную и оптимальную. Захоронение – основной способ утилизации отходов в нашей стране, считается неэффективным и наименее экологичным. В рамках исследования была проанализирована мировая практика управления ТБО. В соответствии с этим были представлены некоторые возможные для Абхазии сценарии. Необходимо переходить от захоронения к переработке, вторичному использованию отходов. Это первое. И в той иерархии, которая применяется в развитых странах, нам необходимо разработать ряд и законодательных инициатив, и законодательных регламентов, которые будут позволят создавать инфраструктуру, необходимую для разделение отходов непосредственно в местах накопления. Необходимо разрабатывать программные документы, которые позволят экономически поощрять предпринимателей использовать вторично свои ресурсы для того, чтобы создавать продукт. Исследование на тему ТБО в Абхазии и анализ текущей ситуации в сфере обращения с отходами будет в открытом доступе. Еще в 2016 году была разработана концепция обращения с отходами в Абхазии, но пока из этой концепции единственное, так сказать, решение – это разработка и организация нового полигона. Там тоже были проведены определенный анализ. Мы частичные данные использовали из этой концепции, но, конечно, уже актуализировали по состоянию на сегодняшний день. Да, конечно, эти данные могут быть использованы профильными ведомствами. По мнению Инны Барчан, основным посылом экологической повестки должно стать предотвращение отходов в самом начале их производства. Это наиболее эффективный сценарий перехода от захоронения к переработке и вторичному использованию. Эсма Гуланзе, Раму Камке, Абхазское телевидение.